В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, Ростовской и Астраханской областей. Первые места в чемпионате в своих возрастных категориях заняли наши земляки. Дарья Абрамова, она показала результат 14,42 секунды, и Тимофей Карпов. Он преодолел трассу менее чем за 8 секунд, тем самым установив рекорд скалодрома. Дисциплина «Эталонная скорость» – часть олимпийского многоборья. Она впервые будет представлена в 2020 году в Токио. И в Краснодарском крае есть спортсмены, которые могут принять в ней участие. Не так много скал такого уровня вообще в России, в Южном федеральном округе. Это единственная скала такого уровня, такой спортивный объект. У нас есть спортсмены, которые входят в молодежную сборную России. Парочка спортсменов у нас есть, которые, мы думаем, может быть, в олимпийскую сборную войти смогут.